Чистые подъезды, своевременный ремонт и добропорядочные коммунальщики – все это нужно для комфортного проживания. Дом образцового содержания и культуры быта – такого звания удостоили многоэтажку по адресу Молодежная, 34, корпус 1. Действительно, мы это получили. Звание, вот то, что мы сейчас все видим, дом образцового содержания. Надеюсь, что нас еще это подхлестнет, вот это вот стремление сохранять вот это вот, значит, звание. Установить отличительную табличку приехал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Руководитель муниципалитета осмотрел подъезд и придомовую территорию. Дом образцового содержания – это когда коммунальные службы города совместно с жителями вместе, как одна команда, следят за тем, чтобы в доме был идеальный порядок. Особое внимание обратили на состояние инженерных сетей. Сейчас вода в квартиры поступает с ржавчиной. Необходима промывка труб. Заменить лифты – тоже задача. Помочь с решением вопросов пообещал руководитель муниципалитета.